Іса Танзіля, голова громадської організації «Сафія», каже, що в ісламському культурному центрі підтримують мусульман-переселенців, які виїжджають із окупованих територій. Зокрема, люди можуть перепочити переночувати в приміщенні центру. Жінка говорить, а війна скоригувала працю центру і громадської організації. На даний момент більша частина все-таки уми общества роз'їхалась. Кто-то уехал за границу, да, кто-то в западные области Украины. Но большинство все-таки надеется, что вернутся сюда и продолжится наша деятельность. Вообще во время Рамадана, да, это такое самое активное время в мечети для мусульман, когда мы собираемся практически каждый день. То есть это каждый день совершается молитва, мы совершаем ифтар, это открытие, да, разговение, когда вместе совершают прием пищи мусульмане, произносятся молитвы. То есть это месяц, когда очень активное такое, да, происходит движение и разные события в жизни уми. Член Конгресу мусульман України Іса Хамса розповідає, що попри важкий час, незалежно від Рамадану, у Запоріжжі влаштовують благодійні акції з надання допомоги. А зараз тим більше вже наступив місяць Рамадан, це особливий місяць, місяць поклонення і місяць щедрості. І тому проявляємо повинні такої щедрості. И сюда присоединились наши братья из Германии, благотворительный фонд Muslim Helfen. Мясо, которое должно быть на каждом столе в Рамадане, должно быть кошерное, халяльное. Это от наших братьев, которые здесь учились, которые некоторые еще остались, но они не в Запорожье, некоторые еще в Запорожье. Студенты, которые и в медицине, и в инженерном учились, и они любят Украину, и любили, и будут любить. Некоторые из них у них с семьями уехали, но они помнят. Поэтому, видя, что война, они тем более отправили. И мы здесь решили, приехали, сами резали и раздавали такой подарок от их имена нашим мусульманам города Запорожья. Як каже Іса Хамса, до ісламського центру звертаються по допомогу мусульмани, які через війну опинились у скрутній ситуації. Нам, якщо чесно, по обращения больше, чем то, что мы раздаем. Потому что сейчас многие люди, непонятно куда они и где. И они нас знают, обращаются к нам по телефону, по WhatsApp, по Viber. И мы на карточке посылаем им, чтобы они сами могли так, как им удобно, что им нужно, отправляем им хоть какую-то помощь. Иногда от 500 до полторы, некоторым до 2000, смотря как, сколько состав семьи. А этих людей очень много, и они уже по всей Украине. Я сам из Донецка, я жил 14-й год, и там до 18-го года находился, пока не закрыли нашу мечеть, эти долбанные денежки. И пришлось сюда переселиться в Запорожье. Теперь уже здесь война. Так они, что они хотят? Дай Бог, чтобы эти люди, они остановились. И остановили их Всевышний, по хорошему или по плохому. Потому что она мирная, эта Украина. Она никому не принесла. Только красивая страна, хорошие люди, народ прекрасный. Во всем мире Украина только хорошая. Она никому не вред не приносила. Так почему так с ней поступать? Поэтому весь мир, свободный мир, должен быть стоять рядом с этой страной. И люди, которые здесь учились, и студенты, и все должны поддерживать эту страну, потому что она должна жить. Новини на Суспільному. Запоріжжя.